Аллилуйя! Так дети иногда называли меня в городе Киеве. Мама, мама, смотри, аллилуйя идет. Просто потому, что я любил начинать проповеди словом аллилуйя. Меня зовут на самом деле не аллилуйя, а Генри Мадава. Я из Киева, с церкви Победа. Слава Богу. Вот, а почему я все время говорю аллилуйя? Аллилуйя означает хвала Господу. Это любви к Богу. Вы знаете, что я хочу маленькое свидетельство о себе сегодня вам рассказать. Много лет тому назад я был студентом, жил в общежитии. Молодой, молодой. Господи, столько планы мечты были. На голове у меня была больше волос, чем надо. Жалею теперь, что я его так ругал тогда, что чего -то тебе так много. Тяжело расшелся. А теперь, ну ничего. Но главное вот, что однажды, я решил уйти от Бога. Чисто молодость. Я подумал, да зачем мне с Иисусом, я молодой, я позанимаюсь все, чем занимается молодежь, а потом позже в старость вернусь к Иисусу. Такое было у меня решение, логика железная. Я решил, что Иисус, ты мне больше не Господь, и надо с тобой расстаться. И вот я однажды решил, вот мои планы – приводить в действие. Я подумал, мне надо пойти познакомиться с неверующими людьми, чтобы они меня познакомили с мирским образом жизни. И я достал кассету, которую я хотел использовать, чтобы там меня записали мирскую музыку. И когда они меня спросили, как это так, ты же верующий, я скажу, нет, я уже ушел от веры. И однажды, и вот эту кассету, когда я достал, чтобы пойти, я решил прослушать проповедь последний раз ну, нужно с уважением, с почтением расстаться с Иисусом. Когда я послушал, Боже мой, во мне жизнь вернулась. Снова все вернулось. Я сказал, кто уйдет от Иисуса? Я никогда. Почему? Иисус остается моим пастором. И я так рад, потому что сегодня я верующий, не потому что я умный. Нет, от моего ума я как раз хотел уходить. И я до сих пор с ним, потому что его любовь, его милость ко мне большая. Не уходи от Господа, пусть он останется твоим пастором, несмотря ни на что. Давайте послушаем. Сегодняшняя проповедь называется «Господь остается моим пастором». Заметьте, в этой жизни так хорошо знать, что Иисус Христос мой пастор. Независимо от того, что с нами происходит, вообще независимо от этого, есть одно, что никогда не меняется. Что это? Это Бог Иисус Христос, добрый пастор. Даже если ты перестал быть добрым, он остается добрым. Даже если ты отвернулся от него, он еще там, и он добрый пастор. Даже если ты покричал на него, он остается добрым пастором. Многие люди думают, что Бог меняется по мере того, как они меняются. Нет. Если мы меняемся, то ли к худшему, то ли к лучшему, Бог-то не меняется. Он остается тем же. И в любой момент можно вернуться и мы его найдем таким же добрым, как и был. Поэтому ты в яме, можно к нему бежать. Ты на горе, можно к нему бежать. Поссорился с женой, можно через него обратно к ней. Поссорился с мужем, можно через Иисуса обратно к мужу. Заметите, что он любящий и добрый пастор. Этот факт никогда не меняется. Если он добрый пастор, то я его овца. И мне очень нравится будет положение овца. Библия говорит в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 9 стих по 11. Я есть им двери. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажит найдет. А вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастор добрый. Пастор добрый полагает жизни свою за овец. Заметьте, он пастор добрый. Он не научился быть добрым, он есть добрый. Он не научился любить. Он есть любовь. Он не научился делать добро. Он источник добра. Бог не научился ничему, ибо никто не может учить его. Он источник добра, он источник любви, он источник всего. Поэтому не он в нас нуждается, а мы в нем. Поэтому кто нашел его, нашел всего. Поэтому заметите, из того, что мы читали, Библия говорит, показывает первое, что если мы пойдем путем Господа Иисуса Христа, путем праведности, то в жизни гарантировано нам несколько вещей. Если пойдешь своим путем, ну, гарантий нет. Мне очень жалко, когда люди выбирают путь не Божий, потому что в этот момент гарантор твоего успеха уже не Бог, а ты. Если смотреть на историю израильского народа, Библия говорила часто им, что если вы будете слушаться и идти по моим путям, то я благословлю вас. Но если вы не послушаетесь, то я отойду в сторону. И каждый раз, когда они выбрали свой путь, вне зависимости от Бога, да? Тогда Бог отходил в сторону, теперь главный гарантер – они. И всегда они оказались в беде, в рабстве, в поражении, в чем-то. Поэтому заметьте, если ты пойдешь путем Иисуса Христа, путем праведности, то гарантированно, первое, спасение, означая прощение грехов, исцеление от болезни и целостность духа, души и тела. Путь Иисуса не приносит печаль. Господний путь всегда принесет тебе мир, радость, жизнь. Это наилучшее. Если мы пойдем путем Господа Иисуса Христа, то второе, мы найдем пажитие потому что он есть пастор, поэтому он нас ведет к пажите. А что мы находим в пажите, это означает, у нас будет обеспечение, защищенность. Вы представляете, какое состояние бывает у овцы, когда ищет, что есть, и потом вдруг перед нею зеленое поле. У овцы первое – это смех овечий, нечеловеческий. Я его не понимаю, но, наверное, он есть. Пажить. Безграничная еда ⁇ это радость, это мир, это настроение. Бог желает дать нам пажить. Если ты муж, у него есть пажити для мужей, для отцов, для жен, для детей, для директоров, для пасторов, для любого человека, для президента есть свой пажить у Бога, для каждого. Третье. Там написано, я пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком. Когда Библия говорит, я даю тебе жизнь с избытком, имеется в виду, я даю тебе для тебя, чтобы ты был обеспечен. Но достаточно больше, чтобы ты мог и другим помогать. Бог желает, чтобы мы имели чувство полноценности, а чувство полноценности никогда не приходит от того, что мы имеем достаточно. Чувство полноценности приходит, когда мы имеем достаточно, и мы кому-то еще помогли, кому-то еще сделали добро, кому-то еще мы подняли. Выбери путь Иисуса и путь праведности. Вот. Поэтому... Когда мы идем путем Божьим, это очень безопасный путь. Почему? Потому что Он добрый пастор. Этот путь безопасный. Он поможет нам. Он доказал свою любовь к нам тем, что когда мы еще были неверующими, мы были грешными, Он умер за нас. Что делает добрый пастор? Он с тобою везде, всегда и во всем. Он с тобою, пастор Генри, а со мной Бог. А почему же вчера на меня кирпич упал? Вот, это не признак, что Его нету с тобой. Бог с нами, но не всегда у Него есть к нам доступ. Это другое дело. То, что Он с нами, Он нас никогда не оставит. Но иногда к нам у него доступа нет. Мы иногда мы ограждаем себя от него своими делами, своими действиями, но он рядом. В любой момент, как только призовем имя Господне, он прибежит, он поможет и он спасет. Вот. А когда я знаю, что он со мною, то это дает мне твердость и уверенность. Я не пугаюсь легко. Я уверен в моем пасторе. И благодаря тому, что добрый пастор со мной, мы не позволяем себе пугаться, страшиться. То есть мы не позволяем злу или угрозам так впечатлять нас, наши сердца настолько, что мы бросаемся в страх. Иисус Навин, 1 глава, 5 по 9 стих. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народе ему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни исполняя весь закон, который завершал тебе Моисей. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит вся книга закона от уст твоих но получайся в ней день и ночь. две стих. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Он говорит, это книга закона, это Библия, это Писание, это Божьи принципы, да не отходит от тебя. Пребывай в этом слове, пребывай в слове Божьем. Это даст тебе черпать от слова Божьего. И состояние страха уйдет. С нами Бог, бояться нечего. Не пугайся. Важно слушать голос Божий. В его голосе есть и все, что нам нужно. Голос Божий поможет нам пройти и слышать, и слушать и уловить, и не пропускать, и пропускать то, что надо пропускать, и ловить то, что надо ловить. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 2, 3, 4, 5, 11 стих. А входящей дверью есть пастырь овцам. Мы с вами договорились, Иисус – добрый пастор. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. А он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, не сзади, а перед. А овцы за ним идут. Потому что, почему они идут за пастора? Знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Я есть им пастор добрый, а пастор добрый полагает жизни свою за овец. Тут, исходя из того, что мы читали здесь, голос важный. Большой вопрос. Вот. Сердце какой овцы? Или какой овцы сердце? Тут вообще может слышать голос Божий. Первое. Тут написано, что овцы слушают пастора своего и идут за ним. Наш добрый пастор – это Иисус. Если мы желаем слушать голос Божий, самое первое должно быть в сердце готовность быть послушным. Готовность быть послушным – это цена для пастора, для нашего доброго пастора. Вот. В чем же мы должны быть готовым послушаться Богу и вообще слушаться Его? Первое. Нужно слушаться Его Слово. Это Библия и Его послание. Человек, который игнорирует Библию и то, что Библия говорит, чаще всего не услышит голос Божий. Потому что почва сердца для того, чтобы слушать голос Божий, начинается с обработкой Библии. Библия обрабатывает наши сердца, чтобы мы могли слышать голос Божий. И даже дополню, само Библия и его послание является голосом Божьим. Второе. Нужно слушать его побуждение внутренние и предупреждение. Человек, который Бог побуждает, подсказывает, сделай вот это. Да, может быть, завтра, меня не поймут. Такой человек потеряет способность слышать голос Божий. Нужно учиться реагировать быстро на Божье побуждение. Или предостережение. Вот бывает, что ты делаешь, и внутри противления, противление, прямо все идет против. Остановись и не делай. Потому что каждый раз, когда ты идешь против этого, твое сердце становится грубее и грубее и грубее. А когда голос Божий приходит, ты уже не сможешь его ловить. Вот. Слушаться не только Слово и не только Божье побуждение, но слушаться нужно также духовные власти. Это пасторам своим, лидерам своим. Когда мы это делаем, то наши сердца остаются очень таким чувствительными, что мы можем слышать голос Божий. Второй, последний. Если мы хотим слушать голос Божий, что нам поможет? Тут написано, что пастор добрый зовет своих овец по имени. Ага, то есть важно знать, что меня и тебя знает Бог. Сердце, которое слышит голос Божий, это сердце, которое понимает, Бог знает меня, Бог любит меня, я часть его пастве. Он знает мои ситуации, он включен в мои ситуации, он вовлечен в моих делах, он со мною. И я такое сердце, которое так в дружбе с Богом чувствует себя всегда дома в Доме Божьем. Сердце, которое себя чувствует дома в Доме Божьем, это сердце дорого Господу. Пастор Генри, если я в Доме Божьем, и мое сердце не чувствует себя как дома, в чем проблемы, то тогда тебе нужно э, такие люди, либо потому что они слушают чужие голоса, и поэтому, когда они слушают голос своего пастора теперь, голос своего пастора становится чужим. И поэтому, когда они приходят в Дом Божий, в свой дом, он чужой. Почему? Голос пастора стал чужим. Такому человеку есть два выхода. Первое, Приди и прими Иисуса Христа как своего личного спасителя. Если ты приходишь в Церковь Победа или ты слушаешь эту проповедь, и оно странновато для тебя, чужое, что это такое, это говорит о том, что Бог тебя любит и зовет тебя, и Он хочет, чтобы ты принял Иисуса Христа как личного спасителя. Он любит тебя, и сегодня ты можешь спастись. Второе. Тебе нужно закрыть двери сердца чужим голосам. Наше сердце, наши эмоции, наши мысли, наша душа – это сейф нашей жизни. Все сокровища и богатства, какие Бог передает, Он передает в сейф твоей жизни – в твое сердце с надеждой что этот сейф ты сохранишь и этот сейф откроется только для правильного голоса многие люди сделали ошибку они позволили чужому голосу открывать сейф их сердца а это приносит разрушение Похищаю твое богатство, похищаю Твои ценности, похищаю, похищаю Твои сокровища, Твою радость, Твой мир. Похищаю. Закрой сейф, вернись к Богу, переработай и верни голос директора, голос пастора, чтобы стал тем голосом, который открывает сейф. Сохрани свое сердце от чужих голосов. Вот. Последнее место описания, говорим нам 8 глава 31 по 39 стих. Библия говорит, что же нам сказать на это? На все это, вот что скажем. Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бога правдивой рих. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он не одеснил Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отключит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни сили, ни настоящее, ни будущее – ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отличить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Это помню всегда. Когда люди восстают против тебя, ситуации против тебя, обстоятельства против тебя, даже сам ты против себя, всегда помни, Бог за меня. Библия говорит, Он не пощадил Сына Своего, а отдал его, не даст ли он нам все необходимое для жизни и благочестия. И тут написано, кто может отключить меня от любви Божией? Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность и меч. Эти вещи не могут отключить меня от любви Божьей. Бог даст тебе силу, любовь его достаточно, чтобы помочь тебе проходить. Он мой добрый пастор, он навеки со мною, и я ни в чем не буду нуждаться. Слава Богу! Я сегодня так рад, что я не ушел от Бога я себе представил сценарий, если бы я ушел от Бога, может, первые две недели я бы себя чувствовал крутим, каким-то новые знакомства, и все плохие знакомства, плохие компании. Не знаю, был бы я в живым сейчас или нет, но, короче, я, наверное, был бы так далеко. Но слава Богу. И каждый раз, когда я вижу чудо в жизни кого-то, я благодарю Бога, что Он тогда меня остановил. И сегодня я хочу помолиться за вас, После этого свидетельства, потому что Бог сделает чудеса для вас тоже. Давайте посмотрим. Иисус Христос воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждое его прикосновение приносит исцеление, восстановление и освобождение. У нас тут чудо. Этот человек был парализован в течение пяти месяцев. Он не мог ходить. Жена привезла его сюда. А где жена? Жена, просим подойти к нам. Этот человек был парализованным пять месяцев. Это ваша жена? А этот предмет вы использовали, чтобы ходить? Хорошо, пойдемте со мной вместе. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо, Господь Иисус. Давайте скажем, аллилуйя. Мумбай, давайте скажем, аллилуйя. Слава Господу. Спасибо, Иисус. Господь благослови жену. Сила Божья на этой жене. Аллилуйя. Видите, Господь касается людей. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Во имя Иисуса. Свобода во имя Иисуса. Скажи, аллилуйя. У этой девушки была опухоль на шее, и сейчас она исчезла полностью. Подойдите ближе. Где именно была опухоль? Так было четыре года, она не могла спать на той стороне. И нормально есть. Она очень страдала. И опухоль исчезла. Да, спасибо, Господь. Вот, наверное, в жизни вашей такое тоже было. Не ну, от Господа. Оставайтесь. Держитесь. Но если вы уже ушли, давайте восстановитесь. А если вы не знаете Иисуса, давайте познавать Его. Помолитесь со мной прямо сейчас. Скажите, Отец Небесный, прости мои грехи. Дай мне новую жизнь. Очисти мое сердце. И восстанови меня во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу помолиться за тебя, чтобы Бог сделал чудо в твою жизнь, в твоей жизни, чтобы призвание состоялось. Господи, я благословляю каждого человека, особенно там, где угроза терять, уйти. Я запрещаю этого духа ослепления и отступничества. И я провозглашаю исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит. Увидимся на небо, если мы на земле не успеем. Потому что Иисус останется нашим пастором и Господом навсегда.